Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Ну-ка, быстро надевайте наушники, потому что у нас на повестке Pineview Drive. Это хоррор, который вышел не так давно. Когда я в последнем подкасте говорил, что не выходят хорроры, практически человек 500 миллионов, наверное, написали мне про эту игру. Я, честно говоря, про нее вообще не знал. Что на самом деле странно, я обычно слежу за хоррорами и все крупные новинки так или иначе, ну, как-то смотрю или, по крайней мере, имею в виду. А тут такая прелесть, и вы знаете, посмотрев трейлеры, я на самом деле очень сейчас незамутненный, то есть практически ничего не знаю об этой игре, но посмотрев частично трейлер на Steam, я понял, что, во-первых, это очень продолжительно, во-вторых, атмосферно, и в-третьих, страшная игра. Поэтому да, давайте надевать наушники, постараемся поиграть в нее с удовольствием. Ну почему постараемся? Не знаю, потому что, наверное, постараемся. И среди прочего, насколько я понял, ну, я, конечно, очень мельком все это знаю, но мы сейчас с вами опять попадем в психушку. Такое вообще бывает, нет? Половина хорроров, которые... Не понял, половина хорроров, которые мы играли, про психушки, поэтому я в психушках уже, можно сказать, частый гость, постоянный клиент. Так, ладно, нужно маленько собраться и погружаться в мир этой... явно не самой приятной игры. Интересно, кстати, она геймпад поддержит. 20 лет спустя. Мы бегали по лесу с какой-то девочкой. Так, то есть сохранение у нас в начале дня. Ладно, будем знать. 20 лет назад мы с вами бегали в какой-то глуши. День первый. Работает ли геймпад? Геймпад... Нет, геймпад не работает. Работает только ходьба. Так, сейчас мы с вами должны будем разобраться, что же именно мы тут делаем. Наша машина похожа на Jeep Cherokee и на Range Rover одновременно. Но это, по сути, не важно. Гаргули. Ненавижу гаргулей. Я, как вы знаете, все ненавижу. Зайдите внутрь. Чтобы сделать это, найдите ключ от ворот. Отлично. Так. Мы с вами передвигаемся очень медленно, кстати говоря. О, мухомор. Так, а допустим, какой здоровый ключ. С помощью кнопки E можно брать и применять предметы. Видимо, кто-то здесь был очень беспечным, раз взял и положил. Так, сейчас я убавлю маленькую чувствительность мыши, чтобы было более плавно. Ну, как-то вот так вот. Добро пожаловать. It's rumored that nobody has survived here for more than 30 days and years. So I don't have much time left to find out what happened to Linda back then. First, I should find a way into the house. Давайте разбираться. Я уже вижу то, что... Там что стоит кто-то, что ли? Так. Я уже вижу, что на удивление все комнаты, то есть все окна, реально не просто текстура, а там действительно за ними что-то есть. Господи, как же медленно я хожу. Не поддается. А там, надо сказать, довольно неприятно внутри. То есть я постараюсь выпускать каждый день по одному видео по этой игре. Я так понимаю, игра будет... О, лягушка. Здравствуй, лягушка. Игра будет довольно продолжительной, но при этом, блин, я на самом деле соскучился по такого рода играм, и люди писали мне про то, что это, мол, чуть ли не продолжатель дела Шорох, а вы знаете, как я люблю игру Шорох. Так что это будет своеобразной данью уважения моим старым подписчикам, которые помнят еще те игры. Хорошо, давайте осматриваться, я что-то пока не вижу, как нам вообще попасть, но на самом деле, если мы хотим найти Линду, как-то предыстория пока у нас не особо раскрыта, что именно мы тут делаем, мы ищем какую-то Линду. Если тут на самом деле шла речь о пропаже человека, я бы просто вынес окошко и залез бы. Довольно живописное место, я бы сказал, да? Это скамеечка. Здесь у нас черный ход, я смотрю. Вон там что-то похожее. Ух ты. Венера Милосская. Отлично. Я думал, это скамейка.
Так, а здесь у нас батарейки. Для начала потребуется фонарик. Окей. Просто запомним, что здесь у нас есть батарейки. Ладно. Там берег, на берегу маяк. Блин, прикольно. Я бы на самом деле хотел тут жить. Ну нет, я бы тут не хотел жить, нет. Слишком какое-то неприятное место. Не понимать. Официально заявляю, что это, мать ее, самая страшная статуя в мире. Это даже не статуя, ну, пугало, но я подумал, что это статуя, но потом... Джиперс Криперс, не ешь мои глазки. Так, не поддается. Блин, сколько тут всего, это пипец. Сохраняться как-нибудь по-своему можно? Нет. Поэтому будет вдвойне страшно. Так, пила. Игра прям какая-то неторопливая такая. Наш герой вообще не хочет шевелиться. Так, для начала потребуется фонарик. Закрыто. И, мать. Наковальня. Чего это там? Внутри вроде как уютно, я уже хочу туда попасть. Ну как уютно? Сравнительно уютно по сравнению с тем, что здесь, как-то слишком одиноко, на мой взгляд. Я не могу сказать, что здесь страшно, но как-то неприятно, на мой взгляд, опять же. Хорошо, мы с вами обошли дом. И я что-то могу сказать, что пока ничего особо не нашли. Единственное но, что мне в доме постоянно кажется, что кто-то из дома за мной наблюдает. Но это же фигня на самом деле. Нам еще нужно найти фонарик. Где он может быть, как думаете? Так, что это? Батарейки, но мне не нужны батарейки. У меня нет фонарика, поэтому... What the fuck вообще? Так, ладно, просто мое воображение. Ничего такого. Хорошо, я, конечно, маленько паникую, но... Слушайте, может быть, у нас фонарик находится... Что-то неприятно как-то стало. Сейчас слово. Фонарик находится в машине. И я надеюсь, здесь время не идет в реальном времени, потому что... вот... Так, мы прошли большой круг, поэтому сейчас нам нужно сесть поудобнее. И мне будет вообще смешно, если окажется, что то, что мне нужно, вот на этой скамейке лежит. Блин, да там реально кто-то ходит, нет? Хорошо, вполне возможно, я что-то пропустил. Блин, эти звуки, это постоянно такое ощущение. Да вот же, я понял, мать. Ну, надо сказать, красиво. I must try to find a clue. Но не обязательно ключ переводился вообще, как я должен найти какие-то зацепки. А вот это вот в левом верхнем углу, это, я так понимаю, моя жизнь или что? Почему они убавились? Я пока не понял. Не знаю, на второй этаж мы успеем сходить. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Света. Света нет? Свет есть. Давайте лучше пусть будет свет. Хозяева! Дом не в самом... Не в самом приятном состоянии, да? Не поддается. Найдите подходящий ключ. Так, ладно, окей. Господи, как ты меня напугал.
Твою мать, что это было? Твою мать. Фух, так, ладно. Эти закрывающиеся двери точно сведут меня с ума. Используйте спички, чтобы зажечь свечи. Хорошо, я на самом деле отнюдь не против, потому что я чувствую, что скоро стемнеет. Это что, ворона с размаху в стекло влетела, что ли? Блин, ну это пипец, вот так вот попадешь, представьте, это же... Так, не поддается. Эй, привет. Что, блин, за звуки? Так, ладно, допустим. Ох, эти двери, я просто с ума сойду когда-нибудь. Так, спички. Спичек у нас 8 штук, похоже. Сигары мы курить не будем, курить здоровье вредить. Тоська, ты что ли? Интересно, она долго горит, нет? Где-то здесь, в этом помещении, по-моему, что-то падало, нет? Мне кажется, или стемнело? На самом деле, мне просто... Блин, эти статуи во дворе, это просто пипец. Я, пожалуй, сюда, я на свет. Так, хорошо, тут вроде больше ничего нет. Вот это вот что такое? Просто посуда. Ладно. Так, у нас есть 3 ключа. Пока непонятно, куда они именно, но при этом... При этом все не так уж и плохо. Если бы еще, конечно, не вот это вот закрывающие сами собой двери. Закрой рот. Кто нафиг выключил свет? Не-не-не. Понятно. Я, конечно, понимаю, что сейчас это транжирство, но мне так будет спокойнее. Нихера не вижу. Можно я с собой возьму одну свечку? Если вы ничего не видите, то я не вижу просто вообще ни хера. Это совсем не круто. Где лампочка? Фу, блин, это пипец. Да, я хочу сказать большое спасибо, что посоветовали эту игру. Я что-то давно так не пугался. Видимо, поэтому мне так страшно. Я реально очень сейчас испуган. Не знаю почему. Я вижу ключ. Что за линда? Какую линду мы ищем? Какого черта вообще? Но свечки, надо сказать, по крайней мере, что радует, горят довольно продолжительное время. Так, в коридоре, по крайней мере, светло. А, и теперь давайте запомним на будущее. Всегда при любых обстоятельствах. Ой-ой-ой, твою мать. Я надеюсь, там ничего страшного не стояло, потому что я уже пересрал, бешено отвернувшись. Ни хрена не вижу вообще. Судя по всему, тут пипец, какая глубокая ночь уже наступила. Но это вообще умно, нет, приезжать вечером. Ну вот скажите мне, это умно, это, по-моему, просто дебилизм. Я ничего не вижу, я реально на ощупь действую. Я надеюсь, я одной свечкой все это сделаю. Так, батарейки, которые взять не могу, к сожалению.
Все же я считаю, что нам нужно было сходить на второй этаж, но сейчас мне слишком страшно туда двигаться. Я думаю, будь у меня фонарик, я бы, конечно... Ладно, я сейчас просто замолчу, я не хочу. Не поддается. Видимо, нам придется действовать в коридоре. Так, что это? Спички, отлично. Выбегаем. Премию Дарвина мне, вот просто премию Дарвина. Я не могу передать словами, насколько вообще глупо было выходить на улицу. Ой, выходить на улицу, я говорю. Ну вы поняли, у меня уже, короче, все, опять я реально, я что-то давно так напуган не был. Что было опять? Что же происходит? Ну охрен, вы... Ты что, с ума сошел, что ли? Мне нужен фонарик. Тихо. Что же ты так боишься? Ничего же не происходит. Ты что, тьмы зассал, что ли? Ну-ка, иди вперед. Ну и, конечно же, вот это сейчас выключи, да? Нет, так все понятно. Все, короче, успокоились. Просто давайте найдем Линду, кто бы она ни была. Я не знаю, что у нас здесь. Я просто не вижу, физически не могу увидеть. Я бы гамму прибавил, но это будет нечестно по отношению к игре. Так, ладно, на втором этаже, в принципе, пока что расположение такое же. Я не знаю, там, возможно, пропустил какие-то двери. Но вроде как нет, да? Я надеюсь, вас здесь не было. Вернее, вы здесь были. Вот вы два ангелочка. Потому что то, что вы сейчас смотрите на меня, это вообще не круто. Странные звуки снаружи. Это вообще вот просто самое страшное, что здесь есть. Я... Не самое страшное, здесь много всего страшного. Твою мать, что ты делаешь? Так, ладно, допустим. Это что ж ты закрываешь дверь? Фонарик. Отлично. Хорошо, чайник нам не нужен, но нахрен чайник в таких условиях. Чай только еще пить. Я, короче, опять истерить начинаю. Окей, хорошо. Батарейки экономим. Сразу как-то поспокойнее стало. Ну как поспокойнее? Чуть-чуть поспокойнее стало. Свет. Фух, так, чья-то кроватка. Мне не нравится это зеркало. Я надеюсь, я не совершил ошибку только что. Я все зажгу, потому что если сейчас потухнет и полезет, то... Нет, только нет. Пожалуйста, ты можешь выключиться? Я все перехотел. Я же не могу приседать, да? Ладно, допустим. Я хочу сохраниться. Почему же ты не даешь мне игра? Ладно, фонарик нас спас. Включи. У меня такая паника, как только я выключаю фонарик. Так, ну и что мы тут по сути взяли? Мы взяли фонарик, который нам, конечно, офигеть как нужен, но... Ну что же делать дальше? На улицу обратно идти, что ли? Так, ну-ка попробуем. Ключики я там вроде не брал.
Давайте по-быстрому проверим еще раз, потому что если окажется, что я сейчас отпустил какой-то ключик, то я тут очень долго петлять буду. Ну, вроде как нет. Батарейки, кстати, садятся не так, чтобы очень быстро. Это меня радует. То есть это вполне логично. Меня всегда удивляло, как в хоррорах быстро садятся батарейки. А тут прям расстарались. Так, ну окей, хорошо. Вроде как тут больше ничего нет. Эта картина вроде как тоже ничего не дает. Ладно, допустим. Все хорошо. Я знатный борец с привидениями. Я уже столько всего пережил во всех этих приключениях, которые мы вместе с вами исследовали. Так что мы с вами справимся. Вы боитесь? Нет, вообще ни капли не боюсь. Так, мне вот интересно, вот я зажигаю свечки, они, может, навсегда теперь будут? Давайте вот так оставим, просто я тут довольно часто прохожу, если что, то пойму, что они тухнут, не тухнут. Хотя можно было и там проверить, но нет. Так, сходим, подберем батарейки. Я надеюсь, только батарейки подберем. Так, ладно, показалось. Здесь все вроде в порядке. Хорошо. Так, яблочко давайте с вами определим, потому что сколько можно уже. Ладно, допустим. Батарейка, кстати, садится уже. Вот это вот у нас не включается. Так, ладно, нам нужно найти где-то ключ. И я так чувствую, я бы даже сказал вангую, что мне сейчас придется пилить на улицу все-таки. Как бы мне не хотелось оставить это. Что? Как это произошло? Arrived at the old country house. It looks quiet. I remember. That's what I wrote last time. Ладно, окей. Фух. День второй. Мы пережили первый день. Это, по-моему, вполне себе неплохо. Давайте на этом с вами, наверное, попрощаемся. Пока что могу сказать, что спасибо, блин, большое за то, что посоветовали эту игру. Еще, в принципе, ничего не происходило, но, согласитесь, было реально жутко. И несмотря на то, что, в принципе, мы с вами просто ходили и исследовали, здесь уже чувствуется вот эта вот история и реально густая, очень плотная атмосфера. Давненько мы с вами в такое не играли, и меня очень радует, что эта игра вышла вот сейчас, вот когда вот просто реально затишье в жанре. Не только в жанре, в индустрии в целом. Поэтому спасибо, что смотрели, мы с вами справились, мы с вами добрались до второго дня, у нас есть фонарик, у нас есть батарейки, у нас есть спички, у нас даже... У нас даже есть один ключик, так что я думаю, все будет хорошо. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.